Здравствуйте! Сегодня расскажу вам, как приготовить трубочки с кремом и как для них сделать вот такие вот конусы. Делается это все очень просто и легко. Для конусов нам понадобятся альбомные листы и фольга. Сделали вот такой вот треугольник, и теперь все углы нам нужно соединить в одном месте. После этого все уголки загибаем вовнутрь конуса. Делайте частый маленький загиб, чтобы у конуса появилась жесткость. Также конус можно сделать и поменьше. Для этого затягивайте крайние уголки до нужного вам размера. Теперь конус обворачиваю фольгой и вверху точно так же делаю частые загибы, чтобы придать жесткость конусу. Вместо фольги также можно использовать бумагу для выпечки. Чтобы сильно не затягивать видео, я буду использовать магазинное слоеное тесто, но у меня есть для вас очень вкусный рецепт домашнего теста. Готовится оно на сметане, и если вам это интересно, вот вверху окно, просто проголосуйте, и в следующем видео я сниму для вас рецепт этого теста. Полосочку теста раскатываю толщиной примерно 1 мм и наматываю на конус. Делаю одинаковый красивый нахлёст. Теперь тесто смажу взбитым яйцом, и для удобства конус можно взять в руку и смазывать. Выпекайте трубочки в середине духовки при температуре 210 градусов. По времени это может занять 13-15 минут. Конусы очень легко отходят от трубочки, и после остывания трубочки можно наполнять кремом. Магазинные трубочки обычно наполняют белковым кремом. У меня это тоже белковый крем, но с небольшим добавлением сливочного масла. Этот крем очень-очень вкусный, я всем советую его использовать. Рецепт есть на моем канале, также будет ссылка в описании. Этого количества крема мне как раз хватило для того, чтобы наполнить 10 трубочек. Сейчас я трубочку разрежу и покажу вам, как аппетитно она выглядит внутри. И как всегда, если все понравилось, не забудьте поставить лайк. Всем приятного аппетита, всем пока!